Всем доброго времени суток, представляю перед вами автомобиль, это у нас Opel Astra J. Автомобиль назначен 2013 года выпуска, и у автомобиля всего лишь два владельца, и он в максимальной комплектации. Сейчас мы с вами пойдем смотреть состояние салона, пробежимся по комплектации, ну и на этом будем заканчивать. А здесь вот такой вот шикарный комбинированный салон, сиденье, карта дверей, состояние просто красивое, мне отлично, очень нравится. Спереди у нас с вами такой же замечательный салон, сиденье, карта дверей, а также панель, водительская дверь, состояние тоже очень хорошее. Теперь мы с вами пробежимся по комплектации. Как видите, у нас с вами имеется мультируль, здесь у нас есть круиз-контроль, также можно управлять штатной аудиосистемой, все стеклоподъемники, есть датчик света, датчик дождя. Так, здесь у нас с вами есть кнопочка меню управления бортовым компьютером, который находится у нас вот здесь вот посерединке. Так, значит, электроручник, коробка у нас с вами шестиступенчатая, автомат. Здесь у нас с вами располагается двухзонный климат-контроль. Также есть обогрев руля и подогрев передних сидений на три режима, что очень даже удобно. Чуть повыше у нас располагается штатная магнитола, радио, CD, AUX, также тут есть и USB. И есть еще и штатный навигатор. Пожалуйста, вот так он выглядит. Также у нас есть кнопочка отключения стабилизации. В комплекте будет ключ с автозапуском от фирмы Шархан. И у нас с вами сейчас заведен автомобиль. Ровненько работает мотор. Ошибок никаких не горит. Пробег на автомобиле составляет 127 тысяч километров. Что вот такая вот красивая Opel Astra J на ваших экранах. Машина максимальной комплектации, в хорошем техническом состоянии. Не забываем, что всего лишь два владельца. Так что, если вас заинтересовала данная модель, машина в наличии, приезжайте к нам на осмотр, сделаем тест-драйв, заведем, прокатимся, понравится машина, прямо сразу здесь у нас можете ее приобрести по системе трейдинг, в кредит, либо за наличный расчет. На этом я с вами прощаюсь, спасибо за просмотр, всего доброго, до свидания.